Губернаторский колледж в очередной раз стал местом проведения финала национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции сварочной технологии. В учебном заведении есть все необходимое не только для обучения студентов по этому направлению, но и специально оборудованная площадка для участников различных чемпионатов. Сегодня здесь свое мастерство в возрастной категории 50+ демонстрировал Дмитрий Зинченко, работник Балакова «Атомэнергоремонта». До этого он прошел отбор на региональном этапе. Оценка регионального этапа у нас проходила здесь. Очно, естественно, мы все это могли оценить собственными глазами. Национальный финал проходил у нас заочный формат оценки, дистанционно, при помощи средств коммуникации. Порядка 4 камер, все они писали видео, писали звук, за нами тоже пристально смотрели, как участник выполнял работу, соблюдал ли он технику безопасности, либо выполняли ли мы свои должностные функции. Ну и потом дополнительно связывались по Zoom и уже производили оценку работы. Под прицелом камер Дмитрий работать не привык, но говорит, что ему это не мешало. На финальном этапе необходимо было выполнить 3 конкурсных задания за 3 часа. Варили трубу, варили тавр и варили пластины в вертикальном положении. Дмитрий справился с заданием вовремя, что вполне логично с его-то опытом. Познакомился со сварочным аппаратом он 35 лет назад и сейчас без труда выполнит даже самую ювелирную работу. Сварщиками я работаю с 87 года. В разных местах работал. Работал и на химзаводе, работал и в строительных организациях. И вот с 10 года работаю в Аэре. Опытный участник чемпионата уверен, в его работе важны не только усидчивость и аккуратность. Необходимо подходить к выполнению задания творчески и с душой. Это основные качества настоящего сварщика. Ответственность, выполнение необходимых процессов не только сварки, то и по технике безопасности. Ну и должен любить свою работу. Уже завтра станут известны результаты финального состязания. Из 19 представителей разных регионов страны выберут лучшего. Но и сейчас можно сказать, что каждый участник – мастер своего дела. И свои навыки мудрых они передают молодым кадрам.